270 миллионов лет назад здесь существовало море, но было мягким, и они прокладывали там свои ходы. На первый взгляд, это простые куски камня. Такие обычно используются при строительстве. И привезены они были сюда для укрепления дамбы. Прогуливаясь по здешним окрестностям, журналист Минивариз Мингалиев обратил внимание на уникальность нескольких камней. На них отчетливо видны следы от живых существ, обитавших в этих краях несколько сотен миллионов лет назад. Взгляд упал на камень, который рядом. Смотрю, узоры какие-то интересные. Смотрю по сторонам, еще один нашел. По сторонам посмотрел, третий нашел, четвертый. Думаю, ну, все-таки человек с высшим образованием ведь сразу намекнул, что эти, наверное, скелеты или там остатки каких-то морских существ, которые у нас жили. О своих необычных находках Минивариз Мингалиев сообщил геологам КФУ. Вскоре Мамадыш прибыла экспедиция исследователей. Они подтвердили предположение историка о том, что камни относятся к Казанскому ярусу, периоду Казанского моря. Первоначально в этом море формировались серые глинистые отложения. Их мы тоже можем встретить по берегам Вятки, по берегам Камы. Когда море стало очень уже совсем настоящим, то началось накопление карбонатного материала. Из карбонатного материала формировались известняки, карбонатные породы. То, что сейчас разрабатывается в карьере, вот, например, в Атарском карьере. Из этого же карьера добыты и доставлены в местный музей остатки древнего дерева. Фрагменты деревьев встречаются на глубине 10 метров и, вероятнее всего, относятся к периоду, когда в этих районах начала образовываться суша. После тщательного изучения часть находок будет размещена и в музее КФУ. Салават Ахмадуллин, Светлана Звонарева, Светлана Ханова, Тимур Филиппушков, ТНВ, Мамадыш. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет-шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.